Приветствую всех, кто смотрит это видео. С вами Алена Пекур, дизайнер нарядов для торжеств. Я продолжаю говорить на тему, как научиться рисовать эскиз для принятия заказа. Хочу с вами поделиться своим опытом и тем решением, которое я в свое время в начале своего пути приняла. Для того, чтобы быстро и четко сделать набросок, то есть визуально сформулировать ту задачу, которую клиент передо мной ставит, я решила изготовить себе комплект картонных шаблонов силуэтов платьев. Приходил клиент, я брала папку с чистыми листами бумаги, брала нужный мне силуэт, обводила контуры и дальше от руки без каких-либо шаблонов прорисовывала детали. Вырез нужной формы, нужной глубины. Если нужен рукав, значит рисовала его. Если рукава нет, есть бретели, рисовала их. Нет бретели, не рисовала. То есть есть драпировки задуманные, они, значит, я наносила их. В общем, самая главная мысль этого небольшого видео — это создание комплекта картонных шаблонов силуэтов платьев. Это значительно облегчит вам работу. Вы очень четко и быстро сможете сделать необходимый вам набросок. Как его сделать? Я думаю, в современных условиях ни для кого нет проблемы распечатать картинку, которая вам понравилась. Распечатать и вырезать по контурам, дальше взять лист картона и на картоне обвести контуры вырезанного вами силуэта и дальше использовать по необходимости. Ну а на этом все. До встречи в новых видео.